подводящих упражнений, пойдем опять же от простого к сложному. Значит, в идеале это выглядит так. Мы становимся напротив точки крепления, локтевой сустав под плечевым, сиськи подняты, все, стоим красиво, как на параде. Поднимаем одну ногу, выпрямили носочек, натянули на себя, отводим попу назад и приседаем. И встаем. Таз назад, присесть. Следите, чтобы пятка опорной ноги, вернее, чтобы носок опорной ноги был прижат, пятку не отрывать. То есть наша задача смещать центр тяжести назад, чтобы он оказался на пятке. Это очень важно. Потому что многие клиенты что делают? Они стали, забывая сделать движение тазом назад, и происходит вот такое. И коленная чашечка так летит на метров 5. Да, понятно? То есть мы не позволяем оторваться стопе. Таз назад, сели, центр тяжести на пяточку, встали. Можете встать, подкрутить таз вперед, еще ягодички дать в статику. Есть. Это то, чего мы должны добиться в идеале. Теперь, что касается... Сейчас, секундочку. Смотрите. Что касается подводящих упражнений. То есть самое простое, когда мы обучаем клиента, мы делаем приседание, ножку выводим просто вперед и ставим переднестоящую ногу на уровень пяточки, на уровень заднестоящего носка. Переднестоящая нога на уровне заднестоящего носка. Это важно. Почему? Смотрите. Если я выведу ногу сильно вперед, я просто не смогу правильно присесть. И если я ее поставлю сильно назад, это получится то же самое, что обычные классические приседания. Понятно? То есть вывели ножку вперед на пяточку и поехали. Таз назад, садимся и встаем. Таз назад, садимся и встаем. Есть. Это самый простой вариант. Как нам это все дело усложнить? Мы можем поднять ногу, присесть на одной ноге, опустить ее на пол и встать на двух. Подняли ногу, присели на одной ноге, поставили ее на пол, встали на двух. И можем сделать наоборот. Мы можем присесть на двух ногах, подняли ногу и встали. Присели на двух ногах, подняли ножку и встали. И в конце уже, да, мы делаем приседание, когда у нас нога прямая, и мы ее не ставим на пол. Понятно, да? Прогрессию запомнили? Смотрите, ребят, что касается упражнений подводящих, то наша задача всегда держать спину прямой. То есть мы делаем приседание, спинка всегда прямая. Если мы делаем приседание пистолетик, спина будет немного округляться в пояснице, ничего страшного. Это нормальный физиологический изгиб, когда вы приседаете на одной ноге. Поэтому не требуйте клиента от клиента, когда он делает такие приседания, спина должна быть прямая. Но если он делает приседание пистолетик, он ее немного округлит, это нормально и физиологично. Понятно, да? Есть? Угу. Окей. Так, выпады overhead. Значит, что здесь? Смотрите, выпады overhead. Девочкам можно давать, когда она держится за одну стропу. Да. Ребятам можно давать... все знают, что такое объединенный режим? То есть, как Неля. Неля любит. Вот ставим таким образом. Нижняя, верхнюю. Потом раз. Снова нижняя, верхнюю. И затянули. У вас должно получиться вот такое положение, вот такие усики, чтобы у вас была рабочая одна стропа. Это что касается ребят. Девочкам просто тяжело удерживать две, поэтому девочки одну стропу отпускают, держат только за одну. Есть. Дальше, смотрите. Мы выставляем руки таким образом, чтобы у нас рука и туловище были прямой линии при выполнении упражнения. Если поднята правая рука, мы правую ногу выставляем вперед,
левую назад. Становимся четко напротив точки крепления. И в процессе выполнения упражнения рука не должна менять своей длины и положение относительно туловища. Вот вы встали и поехали. Попа назад, колено в пол, коснулись коленом пола и встали ровненько, выпрямили ножки. Руку удерживаем все время над головой. Это самое тяжелое. Не ногам будет тяжело, а тяжело удержать положение руки. Рука и туловище прямая линия. Чуть-чуть больше вперед, чтобы рука... Следите за тем, чтобы, да, чтобы рука не уходила вперед. Ребят, если у вас происходит вот такое движение, это не есть правильно. Опять же, представьте себе, Неля будет разбирать это упражнение, когда у вас гиря будет над головой, вы с гирей вот такое движение не сделаете. То же самое и здесь. Рука прямая, вставлена в плечо, грудь поднята, таз назад. Когда выравниваемся, для девочек попробуйте напрячь сзади стоящую булочку. Одна гиря. Давайте я возьму потяжелее. Исходное положение. Ну, гирю мы знаем, как брать, уже когда гиря на груди. То есть исходное положение — гиря на груди. Вот. Пресс подкручен, таз подкручен, пресс напряжен. Вертикальный подсед. И... Да. Чик. Попу не забывай. 24 на минуточку. До пенсии осталось. А скажите, а я не могу вот так сейчас? Хороший вопрос. Отлично, ребята. Еще раз повторюсь. Все правильно. Можно. Но, опять же, вот страх по поводу того, что зубы выбьешь, да? Я еще раз повторюсь. Покажу это на палочке. Во время работы с гирей или со штангой у нас идет гиря строго вверх, а наша голова вокруг штанги ходит вперед-назад. То же самое с гирей. То есть исходное положение, когда гиря на груди, слегка корпус назад, и когда ты ее выталкиваешь, ты голову вставляешь вперед. То есть у тебя нету вот этого вот. Понимаешь, о чем я говорю? Если ты будешь работать так, конечно, ты себя по зубам стукнешь. Но если у тебя будет движение идти вот так, понимаешь? Вот, да, отлично. Все попробовали. Сложное движение, его реально надо отрабатывать. Еще один момент по поводу гири. Нет, она не... вот здесь находится. Подсесть. Вот. Корпус немножко назад. Чуть-чуть назад. Подсесть и голову вперед. Не надо заводить руки назад. Четко в потолок вытолкнула, а голову как форточку. Чик-ку-ку. Не вниз, не вниз голову. Мы не должны наклонять вот так вот. А вперед, да. Взгляд все время вперед. Две руки, две руки, две гири. Исходное положение. Гири на груди. Пальцы раскрыты. Вертикально корпус, таз подкрутили. К сожалению, у нас нет оборудования. Чтобы попробовать, можно вот так вот поделиться, как мне только что дали гирю, просто чтобы понять, что это за движение. Нейтральное положение таза. Постановка ног. Подсед. И то же самое два подседа. И второй подсед. Еще раз. Выпады назад, одна нога в TRX. Это одно из самых тяжелых упражнений на стабилизацию и для мышц бедра. Делаем середину голени. Середина голени. Объединенный режим. Нижняя верхнюю, нижняя верхнюю. Девочки, помогите тем, кто еще не понял. То есть ваше положение сейчас будет, одна стопа будет рабочая. Затяните хорошо, чтобы в процессе выполнения не было того, что петли разъезжаются и разматываются.
Значит, что здесь? Это упражнение, еще очень важно, высота петель. То есть многие на это не обращают внимания, и что происходит? Если петли будут сильно низко, то человек просто не сможет правильно сделать упражнение. Амплитуда очень маленькая, эффективность на ноль. И наоборот, если вы сильно высоко поднимете петли, вы можете себе перерастянуть и паховые связки, и переднюю поверхность бедра. То есть сильно высоко нога, а вы еще говорите человеку коснуться пола, а здесь уже начинается истерика. Поэтому это очень важно, соблюдать правильное положение TRX, что TRX должен быть, длина TRX на середине голени. Есть. Конечный результат упражнения, если мы говорим о самом тяжелом уровне, ребята, чуть-чуть потише, я хочу, чтобы все услышали. Это когда мы делаем выпад и с прыжком. А это самый тяжелый вариант данного упражнения. Это я показал, к чему мы должны дойти. С чего мы начинаем? Иди сюда. Если вы начинаете клиента обучать этому упражнению, самый простой уровень, это когда он держится в вас. Это самый простой, потому что многие просто не понимают, как можно сесть на одной ноге, еще и сделать какое-либо движение. Это тяжело, действительно. Вот вы сейчас будете делать и ощущать, как у вас начинает гореть стопа опорной ноги. Потому что у вас сумасшедшее сейчас количество мелких мышц, стабилизаторов подключается, которые на стопе. На тренажерах они не работают, потому что задача тренажера – убрать стабилизацию, чтобы вы сконцентрировались на целевой мышце. Здесь у вас нога, сейчас будете, вот мы стоим, общаемся, и вы будете ощущать, как с каждой секунды начинает накатывать усталость в опорную ногу, голень, камбаловидная, вот все вот мышцы-стабилизаторы на стопе начинают чувствоваться. Поэтому работаем. Выставили руку. Поставьте своего напарника напротив вас и создайте точку опоры. Все, спина прямая. Движение опять же начинается с таза назад. Мы тянемся тазом назад. Колено уходит в пол. Коснулись коленом пола. Встали, подали таз вперед. Снова отводим таз назад. Тянемся попой назад. Коснулись пола. Таз вперед. Зажали ягодицу. Теперь убираем руки. Мы самостоятельная единица. Создаем мнимую точку опоры. То есть выводим руки, одна ладошка на другую. Вытянули перед собой. И поехали. Чувствуем, как нам становится сложнее, потому что нам не за что держаться, надеемся только на себя. Встали. Таз вперед, зажали ягодицу. Таз назад. Таз вперед, зажали ягодицу. И теперь движение мы делаем, смотрите с вами. Сядьте пока на ногу. Отдохните чуть-чуть. Сядьте на ногу, да. Смотрите, ваша задача, как конькобежцы, мы отводим, становимся в такое положение, и когда выводим, у нас, грубо говоря, рука должна коснуться колена, или вы можете ее вывести вперед. Уходим вдох, встаем выдох. Уходим вдох, противоположная рука идет навстречу. Грубо говоря, если правая нога в TRX, левая рука идет вперед, когда она выводится вперед. Вдох, выдох. А теперь попробуйте подняться на носок. В верхней позиции подключите голень и поднимитесь на носок. Вдох, на носок. Сюда вдох, садимся, на носок. И попробовали с прыжком. Сели, эп, и мягко приземляемся. Ребята, всегда приземляйтесь мягко, то есть не проваливайтесь сразу, потому что бывает, что сели, прыжок, и упали. Вы выпрыгнули, мягкая посадочка и вверх, мягкая посадочка. Попробуйте. Волосы дыбом становятся не только на голове, извините за подробности. Итак, махи гири. Возьму 24-ку, таки быть. Да, 24. Итак, ребята. Основная ошибка, которая делается во время махов, именно во время самого упражнения, это сильное заваливание корпуса вперед. Это можно сказать, что в спине хамбарики. Поэтому наша задача, выполняя махи гири, соблюдать максимально, ну не вертикально, а максимально, ну до 45 градусов это потолок, а даже лучше градусов 30.
положение корпуса. Все движение идет за счет резкого таза. Я когда учу своих клиентов, я рассказываю, говорю, представь себе, что ты в компании очень близких к себе друзей, вы дурачитесь, там у вас отдых, тра-та-та, и кто-то наклонился зачем-то, ты подходишь и бэм делаешь, да? Вот такое резкое движение бэм, да, вот такое резкое, да, прям как Мельниченко, да. Вот такое резкое движение бэм должно быть при выталкивании гири. Я все-таки попрошу, наверное, 16, это 16? Нет, это 20. Ребята, у кого есть 16? О, спасибо, отлично. Итак, исходное положение. При махах ноги чуть шире, чем при приседаниях. Гиря у нас находится чуть впереди, то есть мы не подходим, чтобы гиря была прямо под ногами, под нами, а мы выходим, чтобы гиря была чуть впереди. С ровной спиной наклоняемся за ней, тянемся. У нас даже вот такое ощущение, что вот надо дотянуться. Отрывая ее чуть от пола, делаем замах и резко выталкиваем. Зачетно. Одна рука, одна гиря, одной рукой. Значит, свободная рука в сторону. Нам надо вытолкнуть гирю горизонталь, уровень глаза. Обратите внимание на положение моей спины, когда гиря внизу. То есть у меня нету вот этого. Понимаете, да, о чем я говорю? Здравствуйте, да? То есть спина жестко. Посмотрите на резкость таза. То есть именно вот это бэм. Понимаете, да, о чем я говорю? Еще один момент. Для большей безопасности в этом упражнении, Наташ, подожди. Для большей безопасности этого упражнения, когда гиря уходит между ног, мы разворачиваем руку большим пальцем, а вверх мы выходим вот в такое положение. Большим пальцем вовнутрь. Да, еще один момент. Когда гиря уходит вниз, она не должна принимать вот такое положение. Она ложится на бедра, рука с гирей. То есть это нет. Это да, еще раз. Вот. То есть на лобок себе ложим гирю. На лобок. Понятно? Именно туда. Могу показать, пальцем тыкнуть, если надо. Свободная рука в сторону. Очень удобно будет, если вы возьметесь за угол гири. За угол гири. Большим пальцем, чтобы... Да, да. Большой палец вовнутрь, раскрутили. Большим пальцем вовнутрь, когда гиря вниз уходит. О, отлично. Значит, что такое... Я покажу несколько вариантов, которые я даю и мужчинам. Если женщина не может отжиматься, то можно делать вариант. Середина голени. Опять же, да, диагонали соблюдаем. Разворот. Развернулись. Теперь мы выходим в положение планки, только мы не на локтях. А мы находимся на ладонях. Руки чуть-чуть шире уровня плеч. Посмотрите на меня, сядьте пока, посмотрите на меня внимательно. Это очень важно, вы увидите это в методичке, слово «плечи вкручены». Что это имеется в виду? Я это говорил, когда мы стояли на одной руке. Там вас сильно громко, вас много для меня. Смотрите, ребят, положение, когда это при технике выполнения каких-то либо жимовых движений, вы должны... Вкрутить плечо, это имеется в виду, когда вы полностью задействуете мышцы-стабилизаторы. То есть у вас плечо должно быть посажено в сустав. Это самая безопасная позиция. Неважно, что вы делаете, жим стоя или жим лежа. Вы должны вставить плечи в суставы и в этом положении выполнять отжимания. Это самая безопасная позиция для сустава. Не вот так жмем, жмем вот так. Понятно? То же самое здесь. Мы так же самое будем отжиматься. Смотрите, пока смотрите. Пальцы расставлены, руки шире плеч. Медленно выходим в положение планки. Носок натянут на себя. Опять же, если нога соскальзывает, носочек можем вытянуть, но прямые ноги мы соблюдаем. Потому что если сгибаются ноги, положение планки теряется, таз провисает. Носок натянули, грудь поднята, макушка тянемся вперед. Локти у вас находятся и руки под плечами.
Делаем глубокий вдох, опускаемся вниз, соблюдая положение планки, касаемся лбом и полностью выпрямить. Глубокий вдох, медленно вниз, касаемся пола и выпрямить. Если получается это упражнение, делаем. Если нет, для девушек я даю положение, к примеру, вы можете сделать отжимание и выйти на секунду в планку, встать на колени. То есть хоть какая-то альтернатива тому, чтобы прийти к отжиманиям. Потом постепенно... А можно уточнение? Давай. По поводу случая. Вот я сейчас смотрю, ребята делают, и не все поняли, что такое положение круче. Сейчас будем, это ваша задача, объяснять им. Да. Во время отжимания, когда вы начинаете подъем корпуса вверх, да, отталкиваетесь руками, немного вкручиваете ладонь в пол, и тогда у вас получится более зафиксированное... Да, как будто вы хотите что-то растереть, ну, вот знаете, вот такое, да. Угу. Тогда плечевой сустав будет более стабильный. Ну, согласен. Не, все правильно, да. То есть отжимаетесь, и вот как будто вот или штопор, или как будто вы хотите что-то растереть. Вот это положение дает фиксацию плечам. Девочки там, опять же, могут делать, начинать, ну, у меня, в принципе, все могут отжиматься хотя бы там по 5 раз, 6. Пробуйте до середины. Почувствуйте напряжение, да. И помните, что ваша задача контролировать статику, положение планки. Ребята, положение планки, потому что, опять же, смотрите, многие начинают отжиматься, и происходит вот такое. Я же не говорил касаться органами, да, пола? Я говорю лбом. Поэтому задача держать положение планки и выполнять отжимания. Упражнение... Делается порядка от там, 8 до 15 раз. Но те подготовленные, они могут доходить до 20. Но на старте это намного сложнее, чем от пола. Намного. Понятно? Есть. Атомные отжимания. Одно из самых нелюбимых клиентами упражнения. Ребята, смотрите. Что это такое? Это упражнение, в котором мы сочетаем отжимания и скручивание вниз головой. То есть. Исходное положение то же самое. Носок натянут. Неля, мы делаем отжимания. Когда мы полностью уже выпрямили руки, мы подключаем ноги. То есть мы немного приподнимаем таз и ноги подтягиваем максимально к животу. Отжались, подтянули ножки к животу. Отжались, ножки к животу. Если девочка, можно делать, смотрите, можно делать отжимания и ножки сюда, встали на колени. Отжимания, вышли сюда. Пробуем. Это 12-15 повторов. Если подготовлены, они могут и 20 делать, но опять же, они потом второй подход не потянут. Поэтому рассчитывайте, что от 10 до 12 повторов. Если делать, опять же, смотри, многие что делают? Говорят, я могу там и 30, и у них получается вот такое. Вот это вот, это я не приемлю. Если правильно делать и мягко работать, как нужно, то после 6-7 раза начинается чуть-чуть истерика. Точно так же гиря находится, положили, уже неправильно. Еще раз повторяю, гиря чуть-чуть впереди, с ровной спиной, да, мы наклоняемся, слегка отрываем и делаем замах на ягодичные мышцы и выталкиваем ее вперед. И за счет резкого разгибания бедер выталкиваем. Стопы жестко приклеены в пол и не отрываются ни пятки, ни носки. Ребята, отлично, очень здорово, супер. И вот обратите внимание сейчас прогрессия. Мах одной рукой, горизонталь, мах второй рукой, горизонталь. И только сейчас мы готовы уже сделать мах двумя руками, или свинг называется. То есть мах в полный цикл. Когда... Денис, я не лишняя? Ребята... Резче тазом срабатывай, резче. Резче движение. О, еще резче движение. Вниз гирю бросай, ты ее именно опускаешь. Брось ее, пусть она как маятником сработает.
Резче тазом, резче таз. Вот, отлично. Хорошо. Отдыхаем немножко. Дай пососу. А это прямой эфир, да? Дай пососу. Хорошо, ребят. Свинг. Махи, мах двумя руками в полный цикл, то есть это над головой. Еще, Алеша, мы еще это упражнение не делаем, да? Я сейчас все покажу. Вот точно так же, как мы только что делали мах двумя руками до горизонтали, это начало есть маха в полную амплитуду. Только когда у нас гиря будет над головой, мы стараемся, чтобы гиря была донышком вверх. Попа подкручена, пресс напряжен и голова немножко вперед. То есть руки, корпус, нога у нас в одну линию. Есть момент? Хорошо. То же самое исходное положение. Гиря впереди. С ровной спиной наклоняемся. Слегка приподнимая, отводим гирю назад и мощным движением таза выталкиваем гирю над головой. И бросаем ее вниз. Таз вверху подкручен. А давайте сейчас повернетесь ко мне боком, и я буду смотреть, у кого жопа оттопырена остается.